Росток энергии. До плановых технических работ 20 июля, в период проведения ивента при охоте на монстров по всему Адену, с определенной вероятностью выпадают предмет. Росток энергии позволяет создать указанные предметы. Давайте посмотрим, что за предметы такие. Создание, ивент, росток энергии. Видим. Реликвия энергии. Ежедневно 3 штучки. Зелье развития. Ежедневно 1 штучка. Заряд души, но это когда в конце ивент заканчивается, у вас остается куча ростков энергии. Вы не знаете, куда потратить, покупайте заряд души. Сундук со свитками поручения Эн-Хасад. Ну вы знаете, сундук с поручениями энергии с Эн-Хасад, там можно получить задание на Адену, на энергию, на книгу или снаряжение. Я всегда выбираю энергию, потому что энергия Эн-Хасад — это ваш уровень, а уровень — это самое главное. Дальше смотрим. Сундук часами подземелья на выбор. На аккаунт 3 раза. Очень круто. Можно купить какие часы вы хотите, но я буду брать, наверное, на замок. Разоренный замок, часы. Плюс 3 часа, очень круто. Сундук энергии со свитком модификации. Свиток модификации оружия, свиток модификации доспеха. Украшение, благословенный свиток модификации. Ну, все выпадает рандомно, вы сами понимаете. Сундук энергии с материалами для зачарования. Это что у нас? Позволяет получить случайный предмет из списка. Замерзший кристалл. Камень жизни, камень духа. Благословенный камень жизни. Благословенный камень духа. 5 на аккаунт, очень круто. Ну и также фрагмент создания редкого оружия. На аккаунт 1 раз, ивент до 20 числа. Вы сможете создать за 80 ростков 1 фрагмент создания редкого оружия. Очень круто. Угу. Заебись. О, чистый эликсир, неплохо. 150, вот это нормально. Тоже один раз, плюс один эликсир. Очень хорошо. Покровительство клана. До плановых технических работ 20 июля. Период проведения ивента для всех кланов с 1 по 18 уровень применяется положительный эффект, который увеличивает накопление энергии на 15%. Положительный эффект увеличения накопления энергии плюс 15. Это то есть, у меня ни одного кубка нет, надо кубок купить. При использовании реликвии энергии у вас идет буст на 15%. Вы будете получать плюс 15 энергии. То, что у меня идет буст от сосок 5 уровня, плюс 48. Не, все правильно. Плюс 48, плюс 15, 163. Итого мы получаем от пассивного умения кланового и перьев. Подарок энергии. В период проведения ивента каждый день 21.00 по почте выдается подарок энергии. Награды будут выдаваться только в течение 3 часов, поэтому обязательно заберите их из почты вовремя. Также обновление. Увеличение рейтинга в катакомбах отступника. Увеличено количество очков рейтинга, получаемых за победу в катакомбах отступников. Это хорошо или плохо, решайте сами. Пишите в комментариях, пожалуйста, жду ваши комментарии. Напишите хоть один коммент, пожалуйста. Также вы видите график ивентов, которые есть на данный момент. Видите название ивентов, число, до какого числа, как всегда для вас. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. С вами был Розе. Всем до новых встреч.